Первый, все, до свидания. Well done. Пока. Пока, Эннард, лошара. Я понял это все. Тише, тише, маленький мой. Ты че меня пугаешь, блин? Офигеть, чуть не обделался. Всем привет, друзья! Вы снова на канале AXX. И мы снова продолжаем играть в игру FNAF Help Wanted. Да. Как у вас дела? Как у вас настроение? Как у вас делище? Как у вас вообще все? Пиши в комментариях. Не забывай поставить лайк этому видео, потому что мы продолжаем наш марафон по вселенной FNAF играм и так далее. Так, у нас опять пришел. Непонятно почему. Что он здесь делает? Что это делает? Он делает? Делается. Как ты уже знаешь, да, я продолжаю работать над всеми проектами своими, сериалами. Планирую в будущем переходить на Blender. Умеешь ли ты там пользоваться, делаешь ли там что-нибудь? Может быть, даже там буду делать теперь постеры какие-нибудь интересные. Ладно, это видно будет. Так, как я обещал в прошлом видео, что я сегодня пройду у нас... Нет, я проходил. Вот я пройду Чику ремонт. И если у нас останется время, то пройдем сценку с Эннардом. Ну, я хочу, чтобы видео не затягивалось слишком долго. Минут по 20, не более 20 минут. Так что давайте сразу сходу будем проходить. Играли вы эту игру или нет? Пишите об этом в комментариях. Так, значит, репейр. Схватить, отпустить. Нажмите на кнопку. Угу. Сделать ремонт. Понятно. Сделать ремонт. Ну, мы чинили уже Боника. Добро пожаловать обратно в запчасти обслуживания. А клиенту поступило жалобы на едкий запах чайки. Remove all food particles from Chica's exterior and place it in the refuse bin on your right. Справа от вас. Так, давай. О, кексик, привет. Рука, таракашка. Так, давайте посмотрим, что мы тут имеем. Вот и кассета, пожалуйста. Кассета нам нужна. Монетки еще надо собирать. Монеты. Так, все части пиццы. Положите в мусорное ведро. Понятно. Все легко и просто. Так, что на голове у нее? Good job. Make sure Chica is not hiding any other treats inside her beak. To open her beak, carefully press the two buttons located on the sides of Chica's head. Oh no! It looks like Chica has picked up some unwanted friends. To clear the infestation, apply the Fazbear Entertainment Restaurant Grade Chemi Spray to Chica's exterior. Press the button under the hanging canister to activate the chemi spray. Spray. Где этот спрей? Он сейчас схавает меня. Вот это. Avoid inhaling the chemi spray. Exposure to cleaning, disinfecting, and maintenance chemicals may result in respiratory problems, skin, or eye irritation. Good job. Now reattach Chica's upper arm, hand, and cupcake plate. Плечо, руку и тарелку для кексов. Так, еще. Плечо. Чик, здрасте. Well done. Хорошая работа. Oh no! It looks like Chica needs another dose of the chemi spray. Do not let the infestation spread. Be sure to give the canister button another push as needed. Не дышать. О, монета. Return the cupcake to Chica's plate. Чего? Чика? Please place the cupcake on the plate. Great job. Chica is ready to serve pizza and hugs to the kids again. Take a complimentary slice of pizza for a job well done. За хорошо проделанную работу. Спасибо. Где пицца? Go on. Delicious. See you next time. Увидимся в следующий раз. Это что такое?
какая-то фигня. Вообще изи. Прошли за 5 минут. Даже меньше. Так, ладно, что у нас тут дадут? В этот раз кассету нашли, монетку нашли. Это отлично. О, Бейба. Бейба, привет. Бейба. Капля. Чё, продолжаем? Так, так как мы нашли кассету, время шоу. Что это значит? Стоишь? Так, кстати, пойдем в призы сходим. У нас 8 монет, мы можем следующую фигню открыть. А, я понял, как работает. Чашечки. Пью. Круто, спасибо. Еще хочу. Чашечки. А, его здесь нету. Пью. Четко? Четко. Отправляемся к Эннарду. Текс. Следующий будет Фредди. А потом, наверное, Фокси будет последний. Эннард. Ух, Эннард. Люблю Эннарда. Обожаю просто его. Так. Схватить и отпустить. Угу. Понятно. Нажмите на кнопку. Сделать ремонт. Да? Это же Эннард. Причем все ремонт. Ладно. Ой, здрасте. Текс, что тут нам? Ага, вентиляции, двери, еще двери. Что у нас тут? Что мы имеем? Надо осмотреть сразу. Так, это ладно. Welcome to Circus Babies Entertainment and Rental. It has been 0 days since last incident. Emergency ventilation repairs may be necessary to reach the boiler room on sub-basement G. We apologize for the claustrophobic accommodations of the secondary service elevator, but the comfort of the main elevator is well above your pay grade. Now, let's get to work. Музончик. Опять лифт. Опять лифт. Ну, хотя будем что-нибудь делать. Не знаю, сколько попыток у нас тут получится, но мы справимся с тобой. Не забывай поставить лайк. Трекер движения. Электрощитовая. Электрощитовая. Здрасте. Ага. И чё? Пью-пью вот это. Well done. Отлично. Починено. Это легко было. Я не понял, что здесь надо делать, но надо что-то чинить, походу. Ой, тут Так. Это у нас вот это. Это у нас вот это. Это у нас получается вот это. А это получается у нас вот это. Well done. Все четко. Well done. Так, еще двери. Пока ничего сложного нету. Ой-ой. Ой-ой, что это значит? Что это значит? Вон он, Эннард. Я понял. Кыш. А он нас, нам мешает. Офигеть! Как сложно. Эннард, класс. Так, надо теперь не запутаться. Ага. Не ошибиться. Блин, я вообще... Он близко? Нет? А-а-а, страшно-то как. Блин, я не могу сосредоточиться. Так, куда нас ведет? Отвали. Так, тихо. Чич, офигеть, сколько здесь проводов. Чувак, ты меня пугаешь. Так, вот это, вот это. Вот. Где ты? Мне хана, да?
потише сделать, сейчас будет скример. Я его не вижу, все это значит фигово все. Здрасте. Блин, я не понял, слишком быстро все. Надо успеть, что ли, типа, за это время? Ладно, сейчас сообразим. Перезапускаем. Что, с самого начала теперь что-то будет? Офигеть. Тихо, быстро сейчас это все дело пройдем. Офигеть, что за фигня такая, Эдар? Welcome to Circus Babies Entertainment and Rental. Поехали, поехали, давай, перемотаем, поехали. Так, все, это мы перемотали, все это болтовно, начинаем. Вначале легко. Вначале очень легко. Motion trigger. Breaker room. Триггер движения. Тут вообще легко. Тут это жук. Вторая это вот это. Третья это вот это. И вот well done. Четко. Профессионал. Работает в действии. Так, well done. Отлично. Едем дальше. Тут чуть посложнее, но в принципе по той же схеме. Чик. Быстренько надо соображать. Эй. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Оп. А, это у нас чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Оп. И оп. Well done. Так, сейчас самое сложное. Сейчас самое сложное. Это чтобы Эннард. Нас. Мы профукали момент просто с Эннардом. Здрасте. Так, ладно. Отвали. Чувак, я не понимаю. Он приближается ко мне, офигеть. Валить, чувак. Он докопался-то, а? А, он все ближе и ближе стал, да? И полезно его останавливать уже. Так, ладно, фиг с ним. Давай посмотрим, куда это у нас приведет. Красавчик, ладно, сейчас мы быстро к этому моменту переместимся. И снова Эннард. Так, готов-с? Так, поехали. Самое сложное. Так, поехали, отвали. А вот это у нас ведет сюда, сюда. Вот этот провод, что ли, какой-то. Вот этот, вторая. Так, отлично. Дальше вот этот идет провод. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Первый. Где ты? Стоишь? Так, дальше поехали. Вот этот идет сюда, сюда. Успею. Так, тихо. Чу-чу-чу-чу-чу. Первый. Все, до свидания. Well done. Пока. Пока, Эннард, лошара. Я понял это все. Тише, тише, маленький мой. Ты че меня пугаешь, блин? Офигеть, чуть не обделался. А я поехал дальше. Это еще не конец. Это было всего лишь легко. Я на самом деле думал, что это все. Все сейчас будет четко. Это было только, сам сказать, начальная стадия. Ой, что у нас дальше-то, а? Ой, механизмы какие-то. Механизмус. Ты такой наш механизмус. Так, ладно, сейчас все будет четко. Тут. Location number two. Как кнопочки нажимать? Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Здрасте. Механизм какие-то, шестереночки, интересно. Motion trigger. Secondary service elevator ventilation shaft. Шахта. О, монетка, здрасте. Так, ладно, чё? Починить механизм, я понял. Починить механизм. А где нам найти шестеренки эти? Привет.
О, шестеренка, спасибо. Что это было? Это большая шестеренка. Ой, что-то мне это не нравится совсем. Эй, свали отсюда, чувак. Тут надо тоже еще. Кыш-к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 ыш. Где шестеренки-то все? Отдай шестеренку, чувак. Ты стырил? Я тебя вижу, я тебя не боюсь. Ты понял, как это работает? Я нет. Ладно. Сейчас опять вернемся к этому моменту, чтобы не затягивать видео. Так, вернулись к этому моменту. Здрасте. Motion trigger. Secondary service elevator ventilation shaft. Здрасте, Эннард, я тебя вижу. Так, это большая шестеренка. Стопэ, подожди, я могу снимать ее. А, я понял, как это работает. Где он? Я, кажется, понял. Так. Тише. Вон. Оп. Оп, пойдешь. Тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара. Сейчас сюда. Так, дальше. Давай нам еще шестереночку. Шестеренку мне надо еще. Но она тут не нападет. Стоп, или мне как-то ее надо найти? Или мне самому надо найти? Так, ладно, ищем. Маленький мальчик сел на диванчик. Надо понять. Вон там. Пойди. Найти шестеренки. Ой. Что-то пошло не так. И снова мы вернулись к этим шестереночкам. Так, поехали. Motion trigger. Secondary service elevator ventilation shaft. А, он нам дает шестеренки еще. Я понял, как это работает. Ёшки-матрешки. Это включает у нас эту фигню, да? Так, Эннард. Я понял. Шестеренку нам ту получить. Ой, не влезет сюда. Так, ушел. Вон ту надо офигню получить. А где эта шестеренка у нас пропала? Как ее получить? Подожди, я ничего не пойму. Нет, так не работает. Блин. Куда шестеренка-то у нас пропала? Вон сидит. Куда я вставил ее? Ой, блин, сложно. Так, спокойно. Вообще не пойму. Ладно, сейчас вернусь. Так, все, соображаем. Что такое вообще у нас? Motion trigger. Secondary service elevator ventilation shaft. Понял. Так, запускаем. Получаем шестеренку. Эту, да? Эту. Ставим ее сюда. Открываем эту фигню. Берем шестеренку. Угу. Вот сюда. А, вот она. Тише. Подожди, я понял. Все спокойно, надо изучить. Тут не хватает нам три шестеренки. Здесь две всего лишь. Так, ушел, да? Оп. Берем
эту. Ставим сюда. Почему механизм не работает дальше? А где у нас шестереночка тогда? Вот эту снимаем. Ставим сюда. Откуда катится? Откуда-то катится. Ставим сюда. А, вот еще здесь шестеренка надо. Ага. Так, а эту? Сюда ставим. Я понял. Я понял теперь. Я все понял, как это работает. Но я энерду профугал. Сейчас все сделаю. Следующая попытка будет финальная. Так, ну что, еще одна попыточка, товарищи. Это что за фигура? Motion trigger. Secondary service elevator ventilation shaft. Он не залезет там, в принципе. Где? Так, здесь он не залезет. Так. Здесь он не залезет, так. А, не путаться. Оп. Так, большая шестеренка. Тут у нас сюда, походу, вставляется вниз. Где вон там стоит? Так, подожди, большая сюда. Маленькая сюда. Well done. Отлично. Изи катка. И чё? Не схавать меня никто? Поехали дальше. А, я понял. Здесь отсюда стерили туда. Это ж не все, офигеть, блин. Здесь 5 миллионов тысяч попыток будет. Энард, надеюсь, ты у нас не схаваешь больше, а? Давай, я должен сейчас быстро соображать уже. Все. Нам уже нет шансов на поражение. Это было легко. Так, что у нас дальше? Интересно, интересненько. Что дальше у нас? Ой, все глубже и глубже. Краснота какая-то, уже страшно. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Веселая музыка. Говорит о том, что нам хана. Так, какие-то циферки. Четко. Здрасте. Ладно. Приехали. Motion trigger. Boiler room. Boiler room. Бойлерная. Три. А, я понял, если что. Well done. Да? А, соединить, ёшки-матрёшки, офигеть. Я что так темно-то? Так, соедините две эти. Эту, вот эту, с этим. Так, значит, один нам нужно. Один. Что такое вообще? Офигеть. Два. Не сработает. И один повернуть. Ага, ничего нам не даст это. Подожди, стой. Времени нет у меня. Мне надо соединить с этим. Жесть какая. Вы что, смеетесь, что ли? Я не успею. Так, двоечка. В любом случае, вот так должна быть. Дальше поехали. Не факт. А, четко. Точно не так. Вот так возможно. Один не поможет. Поворачиваем так вот. Так, вот так вот, что у нас получится. Нифига, у нас ничего, один. Нифига, два. Well done. Да ладно. Офигеть, методом тыка угадал. Да, ладно. Фух, спокойно. И крайняя попыточка. Нет, я не вижу нифига. Вот тут.
И чё? Горит что-то? Что делать-то? Well done. A perfect 72 degrees. See you next time. Да? Я прошел, наверное, да? Офигеть, я прошел, друзья мои. Фу, вот это да. Это было очень интересно. Но я нарв, да, это жуткая вещь. Конфетка. Вкусная. С чика, чика-бар, лимонная. Скушай. Спасибо. Вы очень любезны, такие вкусняшки нам даете. Спасибо. Это было сложно, но я это сделал специально для кого? Для тебя. 9 монеток и... Да. Что-то мы уже идем, уже осталось совсем немного. Совсем немного. Но в следующем видео мы с тобой пройдем ночные ужасы. Ночные ужасы с марионеткой. И потом... Пойдут третьи ночи у нас. Третьи ночи всех частей. Короче, ладно. На этом, я думаю, сегодня все. Если тебе понравилось, обязательно влепи свой королевский лайкосик. Ждешь новую жизнь, другую жизнь. Все делается. Все постоянно для тебя. Постоянно. Каждый день делаем новую жизнь. Другая жизнь будет чуть попозже, после отпуска. Так что скоро увидимся, друзья. До новых встреч. Пока.